Решение жилищного вопроса – это всегда радостное событие. И когда вопрос касается именно детей, оставшихся без родителей, то радуешься при таких мероприятиях вдвойне. Выражая надежду, что работа данной республиканской программы, она получит свое дальнейшее продолжение, и количество детей, которые получают жилищные сертификаты, будет только увеличиваться. Это прям большой шаг для жизни. Я очень долго ждала. Когда мне позвонили, я прям с волнением ждала. Даже 5 часа я очень долго ждала, чтобы прийти сюда. До сих пор я очень волнуюсь.